Re, viss ēters ir te. Что делать, если в вашем доме обвалился потолок и вас не пускают домой? Таким вопросом пришлось задаться жителям исторического жилого здания на улице Лачплеша в Риге. Вот только искать ответы придется не только им, но и ответственным службам, которым, судя по всему, предстоит выяснить, почему эвакуация жильцов прошла только через 12 часов после ЧП. Репортаж Евгении Копыловой. Около дома на улице Лачплеша, 123, корпус Б, сегодня днем было много возмущенных жителей. Они не могут попасть домой. Еще в субботу ранним утром на четвертом этаже обвалился потолок. В квартиры стучали, и покиньте квартиры, и сказали, что вроде бы на время, что надо покинуть. Потом вас пустят, но так и никого не пустили. Они сказали, быстро выйти, а оденьтесь, они даже за руку цепали, давай быстрее выходи. А потом уже, когда поняли, они нас не запустят, я стала просить, я очень долго и полицию просила, и пожарную просила. Они сказали, нет, не пустим. Я говорю, а что мне делать, у меня животные дома, они же умрут, говорю. Они, приходите в понедельник. Впрочем, некоторые жильцы дома догадались собрать вещи заранее. Благо, времени у них было для этого достаточно. Обвал произошел утром, а эвакуация через 12 часов. Я была немного умнее, собрала вещи уже с утра, положила все в машину, потому что предполагала, что будет эвакуация. Люди постарше этого не сделали, кто-то работал и только к вечеру вернулся. Службы все сделали быстро, затормозил процесс владелец здания. Пол шестого утра позвонили хозяевам, что у нас рухнуло. Пришел от него какой-то представитель в 12, сказал, на часик выйдете, придет хозяин и будем решать. Хозяин и полиция приехали в 5 вечера. В 6. Даже около 6. Представитель владельца здания приводит свои данные. Мы позвонили муниципальной полиции сразу, как мы узнали. Да, почему жители сами не обратились сразу же, я не знаю. Почему с такой задержкой произошла эвакуация, еще предстоит выяснить. А сегодня жильцы дома хотели просто забрать вещи. Их стали запускать. Правда, строго по одному или по два. В каске и в сопровождении сотрудников пожарно-спасательной службы. Брать все только самое необходимое. Нахождение в квартире минимально, без вещей. Взяли, если у вас там, извините, ценные вещи, деньги, документы, что у вас там есть, да? Если у вас там остались кошки, берите, да? Взяли что-то, взяли какие-то вещи, закрыли дверь, вышли. Многим удалось взять самое нужное и ценное, например, своих домашних питомцев. По-моему, потому что домашний он не любит выходить. Что будет дальше, неизвестно. Нужно ждать заключения инженеров, которые проведут экспертизу завтра утром. Раньше, по словам представителя владельца, найти инженера не получилось. Отмечу, что дом был построен в 1902 году. Причины обрушения пока не названы. И как долго жителям этого дома придется жить у знакомых, родственников или в гостинице от самоуправления, неясно. Тем не менее, за помощью можно обращаться в департамент благосостояния. 8 человек воспользовались возможностью эту ночь, ну, эти дни провести в гостинице «Прушу 25», конкретно в социальную службу с понедельника утром уже обратились 6 человек. Мы даем такую справку, которая дает право получать эти продовольственные пакеты, ну, чтобы было хотя бы что-то покушать. Жители также могут обращаться в департамент за единоразовым пособием в кризисной ситуации. Евгения Копылова, Ингус Граудинч, Латвийское телевидение.